С наступлением тепла в Якутии началась операция «Снегоход». В мероприятиях принимают участие сотрудники Гостехнадзора совместно с представителями районных подразделений ГИБДД, органов полиции, а также ГИМС по республике. Проверки подвергаются в основном туристические компании, которые задействованы при отдыхе горожан и гостей столицы на свежем воздухе. В частности, которые катают людей на снегоходах, квадроциклах и прочей технике. Виталий Абрамов продолжит. Данный вид техники становится все более популярным среди любителей активного отдыха, поэтому надзор за его использованием требует особого внимания. Основные нарушения – это эксплуатация незарегистрированной техники и не прошедший технический осмотр, а также управление снегоходом без соответствующего удостоверения. У меня должно быть удостоверение торжества машиниста. И открытой категории А1. Угу. Это свидетельство о регистрации машины. Ага. И свидетельство о прохождении техосмотра. Но помимо самой техники с двигателем, проверки подвергается также и сани, на которых обычно и катают отдыхающих. Оказывается, даже на них должны быть соответствующие документы и нормативы, вплоть до надувного банана. В этот раз таковых не оказалось, и предпринимателям было запрещено ездить с людьми. Сами водители с пониманием относятся к этому. Да, это надо проверять, чтобы для нас лучше было, чтобы все исправности было постоянно, безопасность, все хорошо там. Вот мы для людей стараемся. Параллельно с этим спасатели проводят профилактические беседы, так как маршруты проходят по озерам и крутым склонам. Двигается на водных объектах, здесь водный объект двигается. Мало ли, тут где-то трещина, где-то наледь выйдет. Такие злополучные места надо объезжать. Ну и, конечно, обеспечение безопасности перевозки пассажиров. В эти дни подобные профилактические мероприятия будут проходить на акваториях водоемов, лесных зонах по всей территории республики. Виталий Абрамов, Евгений Лугинов, НДК САХА, Якутск.